письмецо. Я прошу вас, мойте чаще ваши руки и лицо. Все равно какой водой, кипяченой, ключевой, из реки, из колодца или просто дождевой. Нужно мыться непременно, утром, вечером и днем, перед каждой едой, после сна и перед сном. Трястись губкой и мочалкой, потерпите, не беда. И чернила и варенье смоет мыло и вода. Дорогие мои дети, очень-очень вас прошу, мойтесь чище, мойтесь чаще. Я грязну не выношу, не подам руки грязнули, не поеду в гости к ним, сам я мойся. Очень часто. До свидания. Ваш Стувин.